Добрый вечер, все добрые зрители доброго канала. С вами, как всегда, волонтер бездомных животных, а приют «Твори добро» Наталья. У нас новая боль, новая трагедия. Сбитый годовалый пес Гриша. Сегодня мне днем позвонили и обратились за помощью. Гриша жил в одном из дворов по улице Молодежная. Это у нас глюкозопаточный комбинат, ГПК. И приехав туда, рассказали небольшую историю. Гришу и его братьев и сестер в прошлом году мужчина нашел на мусорке, выкинутых в коробочке. Всех щенков разобрали, и Гриша один остался. И мужчина забрал его к себе на работу на базу. И каждый день Гриша подрос и начал каждый день ходить провожать этого мужчину домой. И в этом дворе он повстречал друзей, товарищей, там есть собачки, стерилизованные, чипованные, и стал обитать в этом дворе. И в очередной раз, проводив своего друга до дома, Гриша исчез. Гриши не было 5 дней, и, к сожалению, сегодня вот он приполз на своих 2 лапках. Сняли очень много клещей. Дался он только своему попечителю, который занес нам Гришеньку в машину. Но сейчас я после уговоров, после разговоров, в принципе, он уже не боится, не рычит. И как бы я ему сказала, что мы, Гришенька, обязательно тебе поможем, окажем помощь всевозможную. И ты, благодаря, я надеюсь, нашему чудесному чудо-доктору Николаю Николаевичу, будешь снова ходить. Лапки у него, конечно, уже стесаны, вы тоже увидите. Ну, в общем, у нас новая боль, новая трагедия. И, ну, не получается, никак не получается у меня. Не могу я пройти мимо, понимаете? Мимо чужой боли, мимо чужой беды, так как в период за 3 недели собак практически в городе не осталось. Позавчера, поехав по местам, где я кормил своих собачек, к сожалению, из 100 собак, дай бог, осталось 10. Простите меня за слезы, просто очень больно, очень больно. И будем уже спасать по возможности того, кого можно спасти. И это новая боль, я надеюсь, мы все вместе опять отзовемся и поможем Гришеньке полноценно ходить на всех его 4 лапках. Мальчику только годик, у него еще, так скажем, вся жизнь впереди. Моя такая большая дружная семья. В который раз я обращаюсь к вам. К сожалению, с финансами очень тяжело, да, очень мне тяжело, потому что буквально позавчера мне позвонили с клиники, а Локи привезли коляску, стоимость 6 960, но коляска временная. Пока проходит реабилитация, мальчик должен двигаться. И 4 пачки корма нам заказывают по закупочной цене, за что спасибо огромное клинике. То есть Royal Canin корм 12 килограммов, мешки 15, нам обходится по 3 700. То есть это очень дешево, спасибо еще раз хочу сказать большой клинике. Также клиника сейчас не берет за содержание деньги за Арчика и Ярика, только за лечение. Это опять большое спасибо им. Плюс также клиника нам предоставила кастрацию, стерилизацию 3-4 собак в месяц бесплатно. Я об этом писала где-то в комментариях. Спасибо им огромное-огромное. Но сейчас давайте все... И, да, кстати, денежки я взяла с вольеров, к сожалению, потому что, ну, вы понимаете, что у нас еще приют, 87 хвостиков за спиной, а мне некогда даже собрать деньги им на питание. То есть, что здесь что-то остается, я, естественно, вкладываю ребятам своим на питание, потому что, ну, вот так вот получается, что, ну, вот как-то так, честно. Потому что 87 хвостов тоже ждут маму каждый день, радуются и хотят кушать.
и кушают благодаря вам. Огромное вам спасибо. А теперь давайте всем миром поможем Гришеньке встать на все его четыре лапки. Любая ваша помощь финансовая, она нам очень сейчас важна, потому что завтра ехать в клинику, сегодня я уже не поеду, потому что реально финансов я уже с вольера взяла с одного. У меня отложены финансы чисто на вольеры, потому что мне они тоже экстренно необходимы, как я сказала. Собак выросло очень много, и хочется им, конечно, более комфортных условий содержания. А сейчас я обращаюсь ко всем к вам. У вас 5000 подписчиков моей большой дружной семьи. Каждые ваши 150-200 рублей помогут Гришеньке встать на все его четыре лапки. Я, как всегда, девочки, обращаюсь. Давайте за сутки соберем больше 500 комментариев. Это продвигает канал в топ, понимаете? И если канал продвинется в топ в рекламе, то больше зрителей нас увидят и подпишутся на наш приют, на наш добрый сердечный приют. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.